Всем привет, с вами Алекс из i3mpc.by. В этом видео хотел бы запустить Middle Earth Shadow of Mordor на супер слабом ПК. Итак, давайте смотреть, какие же системки у игры Windows 7 64 биты и выше, 4-ядерный или 4-потоковый проц какой-то нужен, 3 оперативки, видеокарта уровня GTX 460 или AMD Radeon HD 5850. На каком ПК я буду запускать? На супер слабом для современных игр. Проц AMD FX6 300 6-ядерный, но 4 ядра отключил, чтобы получить 2-ядерный проц. Значит, 2 только оперативки, ну 4 я просто ограничил, чтобы у меня было только 2. 5 гиг файл подкачки поставил и видеокарта GeForce GT 630, слабенькая офисная видеокарта. Значит, вот, запускаю на такой вот видеокарте, это чтобы ориентируясь. Данная табличка будет по ссылке в описании, настройка слабого ПК для игр. А также в описании будет ссылочка на список всех запусков игр от Алекса RMPC BY. Все, давайте все отрубаю, ускоряю ПК и захожу в игру. Так, ну что, я в игре, значит, какие настроечки, пока 1280 на 720, 630 карта, все на супер низкое поставил. Все, давайте захожу в игру, смотрим, сколько будет FPS, потому что, ну, супер слабый ПК, все-таки, как-никак, 2 ядра, 2 оперативной и 630 карта, очень слабенькая карта, но в то же время вполне можно играть в Shadow of Mordor, то есть просто крутейший игровой процесс, в том числе на таком супер слабом ПК. О, давайте я его сейчас распишу вот так вот. Офигеть, и черепушку разломать. Да, то есть очень круто, можно играть на супер слабом ПК, поэтому всем советую, у кого слабые компьютеры, слабые ноутбуки, обязательно обратить внимание на Shadow of Mordor. Тем более уже разрабатывается вторая часть, в игре отлично позиционирует себя своеобразная боевая система, которая, ну, просто-таки освежила игру и жанр, можно даже сказать, несколько. Как я думаю, после выхода Ведьмака, что-то вроде того. Так, ну давайте немножко по мониторингу. Как видите, сильно упирается в двухъядерный проц. Игра на 100% загружена, но в то же время FPS 20-очка. Это как-никак 2 ядра всего лишь. 2 ядра и 2 оперативки. Но обязательно файл подкачки нужно ставить, потому что, смотрите, по оперативной памяти игра сожрала сколько? 1500... Так, сейчас, секунду, его распишу. Так, игра 1500 фактически оперативной памяти сожрала, и еще с файлом подкачки 3,4. То есть оперативки 2, конечно, игре мало. Игре нужно больше оперативки, ставьте файл подкачки, если у вас меньше 4 гигабайт оперативки, даже для супер низких настроек. 817 видеопамяти сожрано, ну и FPS, да, чуть выше 20. По большому счету, если что, можете, конечно, еще снизить разрешение, чтобы получить лучший FPS. Но в то же время, даже здесь на 20-ке FPS, как видите, вполне себе комфортно можно играть. Не знаю, мне лично комфортно. Ну что, в общем-то, буду заканчивать. Такие вот дела запуска на суперслабом ПК. Все, в общем-то, не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе вступайте в группу ВК, там можете предложить игры на тест, давать аккаунты и так далее. На этом все, с вами был Алекс и сайт rmpc.by. Спасибо за просмотр.